Как вы считаете, может ли переход к концепции зеленой экономики активизировать процесс развития Казахстана? И как? Ну, я скажу так, что у Казахстана, как у большой, представленной на мировом рынке экспортно-ориентированной энергетической державы, ну, стратегически нет другого пути, кроме как перекладывать прибыли своего энергетического сектора в то, из чего дальше в будущем будет состоять мировой энергетический баланс, а именно в те или иные направления зеленой энергетики. Не случайно это делают все энергетические гиганты 20 века, говорим ли мы о корпорациях или о странах. Вот, этим, безусловно, надо заниматься. И мне представляется, что Казахстан с его ландшафтом, очень большая сфера для не только инвестиций в возобновляемую энергетику, но и внедрений. И здесь, в общем, есть куда расти. И я надеюсь, что в том числе фокус на клинтеке со стороны МФЦ позволит кристаллизовать и структурировать ряд проектов в области возобновляемой энергетики и выступить таким как бы двигателем запуска подобных кластеров.